проснулись, Настя, 6. Ну, я проснулась в 6:40, но сейчас 6:50. Нам чуть-чуть не спится, мы решили встать. Такой у нас видосик. 7 утра. Ребят, чтобы вы понимали, вот сейчас 6:57. Мы сейчас пойдем на завтрак. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Мы сейчас пойдем на завтрак, хотя мы должны были пойти на завтрак, знаете, во сколько? 15:08. Мы пойдем в 7. Чего мы встали в 6 утра? Мы сколько встали? Девчули, идем на завтрак. Типа есть. Ой, уши заложила. Доброе утро. Мы идем на завтрак. Так прикольно освещай, если честно. Да-да-да. У нас был завтрак, очень вкусный. Я сняла, как всегда, в последний момент. И мы взяли вот эти курсы. Новенькие взяли. Вот. И джем очень вкусный. Мы сейчас гуляем, и тут, мне кажется, что снимают кино. Почему-то. Да, кино снимает. Видишь свет? Прикольненько, да? Всем привет, я снимаю на камеру. И мы гуляем. Решили выбраться. Мы сейчас в центре города. Гуляем. Тут одни сплошные офис-центры. Мы идем. Куда идем с Пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажет нам о нем. Да-да, да-да, да нет. Просто вот эти высотки вообще. Москва-Сити просто ничтожество по сравнению вот с этим. Мы зашли в Forever 21. Здесь очень круто вообще. Мы пришли с магазина, и сейчас я вам покажу покупочки. Дальше. Нам сейчас, короче, дали бесплатно хлеб. Как рекламку. Купила помадки 3. Вот таких. Потом я купила вот такой сникерс попробовать. Вот, криспер, короче, у нас такого нет, я решила попробовать. Вот такой киткат. Тоже такой я не пробовала. Куки. Дальше. Вот такой M&M's. И вот такой M&M's. У нас таких тоже нет. Этот какой-то... Вот такой криспи, а вот этот с кремом. Не знаю, я такие не пробовала. В Starbucks я купила какао. Ну, я уже его выпила. Девчонки заказали ужин. Надо просто снимать. Кетчуп есть. Тихо. Хайнц. Давай анбоксинг. Мохито. Давай, Настя, я снимаю. Хлебушек. Давай, ты можешь открывать. Вот это курица. Классно. Я нажму еще не дам. Приятного аппетита. Спасибо. Всем привет. Новый день. Новый влог. Мы сейчас будем тренироваться в холле. Сегодня у нас подиум тренинг. Где-то в 4 часа, где-то у нас в 5. И сейчас у нас будет тренировка в холле, и потом мы пойдем гулять. Мы, кстати, вчера гуляли, я снимала на камеру. У меня самые любимые деньги — это доллар. А у вас? Такие пирожки. Сделала я причесочку. Всем привет. Мы, короче, обследуем территорию. Ой, стой, мне сказали посмотреть, сколько стоит iPhone 8. Мы зашли в подземный супермаркет. Как охотный ряд, наподобие, только круче намного. Вот, торговый центр, точнее. Какие
Петя, всем привет! Я сейчас сегодня в таком вот подиум виде сажусь на диван и смотрим камень. И мы готовимся. Ну, молодцы! К нему. Самые крутые. Тагил рулит! Да? Еще надо мной. Вот, скоро пойдем на тренировку. На подиум. Господи, раньше были красные, на складывающие, нормально были. Вот стали новые. Старые намного. Ребят, всем привет! Вы видели меня секунду назад, я говорила, что мы собираемся на пробование на подиум дэй, и он уже прошел, подиум дэй. Опробовались на помосте. Очень круто, очень. Мне очень понравился помост, снаряды. Прямо перло на помосте, знаете. Гимнасты поймут. Меня просто перло. Мы приехали, мы, получается, выступаем во втором потоке. Второй поток начинается в 7 часов вечера, и мы закончили около 9 часов, автобус выходил в 9:30, короче, мы приехали сюда 10 где-то часов, и мы очень устали, я очень устала, я вот просто сейчас лежу, помылась уже, лежу, и у меня глаза вот так засыпают, короче. У нас еще есть 2 дня потренироваться, и 3 октября мы начинаем, стартуем. Конечно, вы это увидите видео позже, когда мы уже выступим, но все равно хочу сказать, чтобы вы за нас болели всегда. Вот очень нужна ваша поддержка. Я думаю, что какая-то трансляция будет, может быть, даже по телевизору будут показывать, не знаю. Увидимся с вами завтра. Хотя завтра будет немножко скучноватый день, потому что у нас будет завтра зарядка, мы пойдем гулять, и потом будет тренировка. Сейчас в России 5 утра, наверное, где-то 6 уже утра. Вот, а мы будем ложиться спать. Так что всем пока, увидимся завтра. Всем привет! И мы идем на тренировку качаться. Здесь, в холле. Потом пойдем в качалку, потом пойдем гулять. Так вот. Мы выбрались погулять. Опять в поисках еды и магазинов. Вот здесь вот играет хоккейная команда какая-то, короче, и их статуэтки здесь. Вот, вот здесь написаны имена. Игорь Сергеевич, привет! Я надеюсь, вы смотрите это видео. Вот, и здесь вот всякое написано, не знаю чего, если честно. Какой-то Роберт, ну, короче, вот что-то, фразочки, имена какие-то. Вот. Так что так. И, кстати, наш доктор и Евгений Анатольевич ходили на игру вчера, по-моему, да, вчера. Ой, нет, позавчера. Позавчера ходили на игру. Сейчас мы едем в продуктовый магазин. Всем привет! Мы заходим в магазин. А, да, вот этот фрукт вкусный. Только, может, взять вкусный, его? Не знаю. Значит, вкусный, я его не ела. Я вкусный, я видела. Видела, так-то видела. Вкусный или невкусный. Реакция российских. Для нас. Смотри, вот, кстати, любимый отдел с хлопьями. Просто выбор. Может, что-то... Lucky Charms! Ого. Надо взять. Они только в Америке есть, дают все виды, представляете? А мы бесплатно их берем. Да. Паста. Что тут еще есть? Ой, карамельная какая-то паста. Йо, это что такое? Это джем. Джемы? Джемовый йогурт. Ого. А, я поняла, смузи. Смузи. Смотрите.
что это такое? Порошок. Сейчас я почитаю. Для желудка. Сироп. Сироп добавлять в, знаешь, кофе? Не порошок, а сироп добавлять в молоко. 30 килограмм. Знаете, просто я... Стой, смотри! Сказать, что я включила эту переднюю камеру, что я приехала сюда с чемоданом 22 600. А можно только с, да, 23 килограмма, а я приехала с 22 600. Ну, понимаете, я приехала с этим весом. А как я уеду, с каким весом, я не представляю. Ребят, смотрите, какие здесь есть Орео. Орео, а, Настя не любит. Орео с булкой, я его возьму потом. Это с синнабоном? Да. Короче. Потом, что это? А, это с ментолом. Они что, со скидкой? Еще Happy Birthday. Представляете, шла-шла и нашла свою любовь. Зашли в Apple Store. Короче, вот 8-й iPhone. Бежевый. Очень красивый, короче. О, вот цена, кстати. Сейчас зайдем вот сюда. В Happy Halloween Party. Ой, я хочу вот такую вот мумию. Мне кажется, здесь интересно. Посмотрите, чтобы на роже делать вот эту дичь. Божечки. Укусы. Представляете, здесь целый магазин для этого. Видишь, такая стоит? Да. Я ее знаю. Я ее видела в телевизоре. Где? Ой, что-то про нас там говорят. Классно. Кино снимают. Вот наша гостиница. Вот Настя. Мы с Настей приехали на 36 этаж. И здесь вот такой вид открывается. Глазами все по-другому намного смотрится, не так, как на камере вообще. Очень круто. Вот здесь вот кушают вообще, обедают. Ну, у кого резервирован столик, у нас нету обеда, мы не резервировали. Но мы нашли вид такой. Вот.